Всей Кубани, Казани, низкий поклон. Нас провожало очень много народу, наши друзья, так сказать, кубанский хор. И все, так сказать, все были рады и счастливы, так сказать, передавали привет. И у нас здесь есть земляки, отец Михаил, так сказать, в Кубани вообще. Рядом с нами, так сказать, со станицей. Вообще, тут, в общем-то, все замечательно. Красивейший город, нам очень понравилось. Мы были с кубанским хором очень-очень давно. А сейчас, так сказать, просто красота. Спасибо. Спокойствие какое-то. Всех с праздником. Престолем, храни себя Господь, всем ангелы-хранителям. Подумай, что такое.
Дорогие друзья, что вы сегодня с нами в наш престольный праздник. Я хотел бы вам пожелать, чтобы через красоту русской песни, через красоту музыки, через красоту традиции вы увидели и почувствовали красоту того, кто вложил в сердце и душу человека стремление ко всему прекрасному. С праздником вам всех! Хороший фестиваль, хороший праздник, хорошие музыканты сегодня были, и публика просто огонь. Такие фестивали должны быть в наше время, и мы надеемся, что еще раз приедем на ваш замечательный фестиваль. Желаем процветания! Раз, два, три! Ура!